Российский бездомный – это не просто человек без дома. Почти вся социальная и медицинская помощь, предоставляемая государством, в России связана с наличием у человека регистрации по месту жительства – прописки. Если по какой-нибудь причине – семейные обстоятельства, мошенничество при сделке с жильем, невозможность восстановить утраченные документы и другое – человек лишается регистрации, он фактически оказывается исключенным из общества, не может получить легальную работу, бесплатную медицинскую помощь, обратиться в суд, зарегистрировать брак, дать образование детям. Людей, не имеющих регистрации в современной России, около 4 миллионов. Как ты оказался без регистрации? Вопрос ни о чем. Люди много теряют, деньги теряют, любовь, регистрацию. Как в данном случае, неважно. Преступление совершал, уехал в другой город, в Петербург. У тебя есть образование, профессия? Образование высшее гуманитарное, полученное в Нестыдном университете. Профессия. Старший лаборант отдела быстро протекающих процессов, рулевой моторист, редактор. Дольше всего и чаще всего работал грузчиком. По причине отсутствия регистрации? По причине необходимости быстро, надежно и порой неплохо зарабатывать. Иногда настолько неплохо, что работая в одном дружном литовском коллективе, стеснялся говорить о своей зарплате коллегам из русских коллективов, которые получали очень меньше. Платили же еще за трезвость, за надежность, за молчаливость. То есть отсутствие регистрации в Петербурге на тебя, в общем, не сказывалось? Сказывалось. Как? Невозможностью планировать свою жизнь, зыбкостью существования. Не в философском каком-то смысле, а в повседневной жизни. Дошел до метро, а там мент. А ты с сумкой. Он поинтересовался. Все. 3 часа из жизни вынуто. Все планы на день можно вычеркивать, работу можно вычеркивать, отдых, друзей, девушку. Почему 3 часа? А потому что я им деньги не даю, не прошу ни о чем. А сразу дать мне по жопе и выкинуть, им профессиональная гордость не позволяет. А душу крутить меня лень. Что, вот так каждый день? Одного раза в неделю оказывается достаточно, чтобы чувствовать себя. Точнее, не чувствовать себя. Если страх в глазах есть, нарываешься чаще, если нет, реже. Ведь не только менты могут разнообразить жизнь человека без регистрации. А кто еще? Работодатель. Поскольку отношения у вас исключительно односторонние, официально воздействовать на него ты не в силах, а неофициально получается не всегда. Так что искушений у него много. Еще Сберкасса, которая отказывается переслать твои деньги твоей маме. Банк, который не хочет выдавать тебе денежный перевод. Твои собственные заработанные тобой деньги. Продавец в букинисте, который не имеет права купить у тебя твои собственные деньги. Греческое консульство. Греческое консульство? Меня тут как-то как умного бездомного пригласили на социальный форум в Афине. Как консульский служащий, моими документами меня бросался. Как раз по причине отсутствия у меня регистрации. Самое главное, что ты ждешь это всегда и везде. И что с этим можно сделать? Жить дальше? Итак. Мы с мужем из Петербурга. Муж нашел работу в Москве и переехал, а я с ребенком следом. Ни он, ни я постоянной регистрации в Москве не имеем. У кого, на твой взгляд, возникают проблемы, связанные с отсутствием регистрации? Такие проблемы возникнут у любого, кто захочет воспользоваться социальной поддержкой государства в медицине. Без регистрации не хотят обслуживать в поликлиниках, и это прежде всего. Встать на учет женскую консультацию без московской регистрации можно. Но это геморрой тот еще. Также возникают проблемы с оформлением любых пособий, любых документов. Все это делается лично, в городе, в котором ты зарегистрирован. Банки отказываются выдавать кредитные карты и некоторые кредиты, если город постоянной регистрации не совпадает с городом, в котором работаешь. ВТБ, например. Работодатели, которые принципиально требуют только постоянную регистрацию. Ну и проблемы у граждан с выраженной неславянской внешностью, соответственно. Что, на твой взгляд, может быть адекватной заменой регистрации? Для меня понятие регистрации сродни желтой звезде на рукаве и приписке к конкретному гетто. Поэтому ни о какой адекватности я не могу рассуждать. Можно узнать твое имя и возраст? Наталья, 32 года. Ну, без регистрации я остался общепринятым способом. Собственный бизнес, проблемы с бандитами, продажа жилья. Выписали меня в никуда, хотя обещали где-то прописать. И лет на 7-8 я выпал вообще из жизни, поскольку остался с чистым паспортом, без всяких следов моего пребывания где-то. Меня очень интересовали тогда врачи по причине там всяких моих болезней, типа печени, зубов, ну и так далее. Естественно, жизнь у человека без жилья такая не очень романтичная. И все, что болело, так и продолжало болеть. Соваться в обычные клиники какие-то без регистрации нереально. А все заработанное я тратил, в принципе, на то, чтобы прожить. Прожить без штампа в паспорте намного сложнее, чем
многие это обычно себе представляют. Потом я купил себе регистрацию в Сестрое. Когда менял там паспорт, мне сказали, что вместе со мной прописано 600 человек. Не такой должна быть регистрация, более гибкая. Она должна быть привязана не к крыше, а к человеку, я считаю. Как ты думаешь, для чего придумана регистрация? Для контроля государственным населением. Для чего же? Когда ты в первый раз столкнулась с проблемой регистрации? 20 лет назад. Когда 20-летняя приехала в Питер, тогда мужчина у меня был, решал мои проблемы финансовые, поэтому трудоустраиваться я не собиралась. Оставались только проблемы с милицией. И вот мы договорились с одной подружкой местной, что в милиции, если что, я буду она. Думала, что сойду с ума, потому что можно всегда везде ночью, днем, трезвой, под датой помнить не свою фамилию, имя, отчество, адрес, отделение милиции, место работы, адрес работы соседей. Потом все изменилось, я осталась одна и должна была решать свои проблемы сама. Ну вот самые основные проблемы и начались. Медицина только платная. Я до сих пор не болею, потому что не имею права. Потому что это деньги, которые в этот момент я своими руками и не зарабатываю. Отдых. Мир для меня закрыт. Загранпаспорт мне в Петербург не получить. Добираться до родины и ждать там 2 месяца. Я не могу себе позволить. Быт? Вообще никаких прав. Как-то снимала комнату в Купчино. Сосед ветеран Афгана, артиллерист, глухой. Господи, что он только не утворял. А милицию не вызвать. Милиция означает, что проблем у тебя будет больше, а вот денег уже не будет. Знаешь, я недавно оказалась единственной свидетельницей ДТП. Машина сбила ребенка, а я единственная запомнила номер только. И стояла в стороне, пока родители не пришли. Номер им сказала и ушла. На себя наступила, но в милицию не могу идти. Но ведь люди как-то решают проблемы с регистрацией? Решала. Один местный мальчик подсказал. 300 евро. Красивый штамп в паспорте. Пошла с этим паспортом в поликлинику по месту жительства, чтобы полис получить. А там улыбаются. Веселые говорят, девушка, у вас адрес. В вашей квартире 3000 человек прописано. Теперь снова нужно как-то вот этим заниматься. Как ты думаешь, реально, что система регистрации отменит само государство? Государства нет. Почему? Ну, не это государство. Ты знаешь, будет что-то нехорошее. Хунта будет. Могу я указать твое имя? Конечно, у меня красивое имя, Виктория. Папа, 4 миллиона, это много?